и было абсолютное ничто. И ничто породило жизнь. И жизнь была прекрасна. Но мир не смог стать идеальным и породил зло. И имя ему было «Система». Мир сейчас, весь интеллектуальный мир, строит искусственный интеллект, с помощью которого они надеются захватить все пространство, всю Вселенную, в том числе и нас. Наш ответ идеальный, одушевленный. Люди умнее любого компьютера. Если они соберутся с друг другом в соборную социальную систему России, мы будем впереди планеты всей. Я и во время своих первого, второго срока президентства все время думал о том, как нам сделать так, чтобы судьба России не зависела от одного или двух-трех человек. Но в то же время живым, откликающимся на вызовы времени, меняющимся. И на этой базе гарантировать уровень жизни граждан России на длительную перспективу. Вот, собственно говоря, это сверхзадача. А есть ли уникальные технологии? Есть ли люди, которые могут справиться с этой сверхзадачей? Собор будущий будет состоять из общества по 12 человек с ближним во главе таких соборных ячеек, что является лучшим способом для принятия верных решений. Ведь недаром даже Михалков показывал вам фильм «12». Там был как раз пример этого соборного обсуждения вопроса. Предстоит делать глобальный проект, который просто осчастливит весь мир, всю планету и каждого человека в отдельности. И все народы мира ждут от России вот этого спасения. И наш фонд «Наследие страны» предлагает это решение Владимиру Владимировичу Путину. Это соборная социальная сеть России. Это новый каркас общества, государства. Любить нужно ближнего своего, самая главная традиция. Вот, важнее ничего нет. Он лидер не только России, он лидер всего человечества. Перед Россией стоят прорывные исторические задачи, и в их решение значим вклад каждого. Вместе сообща мы обязательно изменим жизнь к лучшему. Часто говорю это слово «вместе», потому что Россия – это мы. Я имею в виду не тех, кто находится в этом зале, или не только тех, кто в зале находится, а всех граждан нашей страны. Потому что верю, успех определяет наша добрая воля к созиданию, к развитию, к достижению самых смелых планов. Наш труд во имя своей семьи, своих близких, детей, их будущего. А значит, ради величия России, ради достоинства ее граждан.